В этом видеоролике рассматриваются улучшения, произошедшие в объекте координатного размера Archicad. Давайте откроем диалог параметров объекта по умолчанию, сделав двойной щелчок мышью на соответствующем значке, находящемся в панели инструментов, чтобы ознакомиться с новыми возможностями объекта координатного размера. Этот объект входит в стандартную библиотеку Archicad, и его можно быстро найти в виде слова координаты в поле поиска диалога параметров объекта. Рассмотрим вкладку специальных параметров. Из выпадающего списка здесь можно выбрать различные системы координат. Проектные координаты, мировые координаты из расположения объекта и специальные мировые координаты. Можно также установить специальное начало координат, отметив соответствующий маркер и введя числовые значения смещения начала проектных координат. Кроме того, можно настроить показ высотной отметки, Давайте перейдем на вкладку 2D текста и маркера. Здесь можно настроить показ заполнения штампа. Этот штамп будет размещаться в видовых окнах проекта. Можно указать специальный префикс для x, y и z координат. А также изменить параметры заголовка штампа, ориентации текста, шрифта и маркера. Переключимся на вкладку 3D текста и маркера. Здесь мы можем настроить показ штампов 3D и выбрать форму 3D маркера. Давайте разместим объект координатного размера в окне плана этажа. Здесь уже присутствует несколько перекрытий. Включим режим притяжения и выберем вариант притяжения к перекрытию в стандартной панели команд. Сделаем щелчок мыши внутри контура перекрытия для размещения объекта на его верхней поверхности. При щелчке на другом перекрытии можно убедиться в том, что они лежат на разных уровнях, так как в поле Z координаты маркера приводятся разные значения. Сейчас мы видим в окне плана этажа объект 3D сетки. Давайте выберем в стандартной панели команд вариант притяжения к 3D сетке для автоматического позиционирования объектов по верхней поверхности 3D сетки. Щелкнем мышью внутри контура 3D-сетки для размещения координатного размера на ее поверхности. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в поле z-координат приводится значение высоты точки поверхности 3D-сетки, в которой был сделан щелчок мышью. Объекты координатных размеров можно также размещать и в 3D-окне. Для привязки объектов к верхней плоскости перекрытия потребуется включить режим притяжения к перекрытиям. Привязка к 3D-сеткам в 3D-окне производится таким же образом. Сейчас мы видим объект морфа, отображенный в 3D-окне. На его верхней поверхности также можно разместить координатный размер, используя функцию притяжения. Пожалуйста, обратите внимание на то, что функция притяжения может использоваться и для размещения на верхних плоскостях элементов модели таких объектов, как деревья, мебель, люди.